Так, ну что, друзья, давайте покажем, наверное, либо нормальную игру, либо ненормальную. Тут будет Excel-ка, я не буду CM-ку создавать, будет Excel-ка. Посмотрим, что там ребята наобузят. PTS Gaming. Let's go, let's go. Let's go. Let's go душить. Я не знаю, откуда он. Не знаю. Let's go. Сейчас, если Евген еще подойдет, будет хорошо. У нас недобор состава. Недобор состава. У нас два парня, можно сказать. Рандом. Валентин сейчас не заходит, не играет. Очень редко играет. Так что будет такое немного тяжеловато. Дефолтные баны. И let's go. С Ларком что нужно против него купить? Попробуй дизарм какой-нибудь сделать. Не знаю. Дизармик какой-то, я хз. Next. Евгений, ну next нет, там разберемся уже чуть позже. Отыграем игры и погнали. Ууу, скамер. Ай-яй-яй-яй-яй. У-у-у, чумер. Все, что не в бане, можно брать. Все модераторы, которые хорошо играют. Не знаю где. Не знаю, бро. Не знаю, где они там, братан. Слардариха. Я не знаю, Мунтер, когда это будет. Пока не могу сказать. Пока сказать ничего не могу. Сейчас фазики будут багать там, да, на 10-х слотах, пацаны. Фазики побагать, побегать, да? Кайф. Кайф будет. Скамер. От скамер. Спасибо, бро. Спасибо. Спасибо. Заскамил, как говорится, да? Нормально. Заскамлено. Посмотрим, что там пацаны придумают. Посмотрим. Трал-то хорошо. Трал-то хорошо. Трал это very good. Шишер. Снайпер слабенький в этой карте. Его вообще как какого-то серьезного героя вообще нет смысла брать. Вообще смысла нет. Naex. This is a Naex. Это Naex, да? Naex. Так, минус армор и станы. Ну, я думаю, тут это хорошо зайдет. Let's go. Хорошо зайдет. Agree. Адмирал, я тут пока сидел на стриме, растянул кожу. Я тут пока сидел на стриме, растянул кожу на яичко, и получилось крыло летучей мыши. А какие фигуры из мошонки умеешь делать ты? Братан, ну, я честно умею делать все. Все умею делать, бро. Любую фигуру оригами я могу тебе исполнить. Любейшую. Любейшую. Let's go. Хорош. Есть, погнали. Вот так вот, отлично. Чего там? Пожелай удачи в любви моему другу Жахе. Жаха? Ну ты даешь. Пожелай удачи, говорит. Что ты там хотел, да? Тангус такой хитрый дать. Ну, гоу. Гоу двойку, хорошо. Ну, Жахе удачи пожелаю, конечно же. Жахи, удачи. Ну, саппорты там хорошие. Это будет отзон хороший, возврат. Возможно, будет какой-то роум. Сильный. Причем не люблю трала, потому что трал будет очень сильно возвращать. Это будет тут очень роумно. Сильно. Очень сильно зароумить. Как дела идут? Да пока никак. Кайфуем, играем. Пазики обузить не забудь. Надо парню подсказать, что нужно делать, потому что это забавно.
Это забавно. Хорош. Да не, Вивер, ну да, тяжеловато будет против Сала, но тут Вивер будет... Вивер будет как четверка, я так думаю, если что сделает. Жах-жах думал, да? Хорош. Да мы-то всегда готовы. VR. Every time, go. Так, их мишка. Но тут накат будет. Вероятность, что БКБ будет 10-1 секунду. Нет, БКБ всегда садится с десятки до пятерки. И все. Хорошо. Сейчас, пацаны, готовятся. Замес. Они сейчас, короче, прочекают, где кто стоит. Такие, знаешь, через стримчик. Так телефончик берет. Пацаны, они 4 на топ, не пойдем. Не надо. Иди же. Все. Герой всегда в БКБ был. Очень странно. Не может быть такого. Не может быть такого, чтобы всегда было БКБ. Джим. Гоу. Ну, это такое себе. Могли, кстати, забрать трала. Ладно, руну мы отзонили, да? Хорош, пойдет. Пойдет. Стан я откинул, могли трала забрать. Хорош. Центральный коридор в нашем распоряжении. Немного рассинхрон у нас пошел. Немножко. Немножко. Сейчас парень мне, походу, тут толкнет лайн, да, еще? Под тэшку. Нажми на меня, пожалуйста, атаковать. Оп, хорош. Молодец. Все как по плану, ребят. Все как по плану. Все как по планчику. Тычкует как генералович. Кстати, больные тычки. Смотря на то, что как бы пак сам по себе такой. Сам по себе такой геройчик. Тычкует, я тычкую. Работаем. First blood. Пацаны работают, там надо стики взять. Хорош. Это плохо, что дальние крипы те не переагрились. Вообще странная тема. Странно, что не переагрились. Да ладно. Пойдем на руну сходим. Задержку. Да нет, зачем задержку тут ставить? Задержку тут не поставишь. Так, он в ботл сразу выходить будет, да? Будем драться за руну. А, вот так вот, да, тогда почему нет? Тогда. Я умер. Я тут умер. 100%. Мой ВД подсейвил. Хорош. Мои красавы. Манго зажал, а кинуть не кинул. Понимаю. Пойдет. Пойдет. Ребята вовремя подлетели. Каолин тоже руну отсейвливает там. Нормально. Так, стики. ТПшечка. Сразу на будущее. Сапожочек бы сделать. Хорош.
Пойдет. Приветствую. Там ребята душат. Да, хорош. У меня команда молодцы. Мне тут подпотеть немного с паком. Будет все огонь. Кстати, пака хреново, что через стан не покошмаришь особо. Это самый минус всей этой конторы. Особо не покошмарить. А руны тоже особо не побегать. Я так думаю, Калин не будет давать. Давайте хернемся. Мне ботл надо. Ребята мне куру не хотят давать. Ребята, можно мне куру, пожалуйста? Джейс, там фул кура, приходится дропать. Это печально, конечно. Дропну куру, потому что ребята что-то там спят с курьером. Кура стоит бездействует. О, понимающий трал. Это плохо. А, если чей подстан, но ботл есть. То есть, ну ладно, окей. Так долго с этой курой возились что-то. Но это сдох, чел. Очень долго с этой курой что-то ребята там придумывали. Там вон кто-то себе взял. А, саппорт там что-то воротил с этим курьером. Ладно, меня таки разочек ганганули. Мне нужно теперь быть аккуратным максимально. Мне нужно сделать хотя бы сапог. Ботла мне не дадут, скорее всего, пользоваться. Вот это, я так понимаю, вообще ошибка максимальная насчет ботла. Я так думаю. Ладно, посмотрим. Да что, да, куру не дали, это максимально плохо. Я как бы ничего не сделаю. Погнали на топе руну забирать. Сапог сейчас будет. Нет, нормально, должен, не переживай. Все, огонек. Хилимся, живем, знаешь, как это называется. Сапог есть, можно поесть. Фарма, конечно, как такового тут лютого нету, но... Ладно, что поделать. Сходка на мидлейне, это нормально. Там кто-то меня в ганг собирается, да, брать? Собираются парни. Ганганути. Скорее всего, с Дримхайлом, да? Тримит. Тримит. Там Дримкоил. Здесь стоит, скорее всего, да? Либо здесь. Потому что на миду, по-любому. Да, вон они, саппорты стоят. Надо Warcry взять. Warcry надо взять. У меня еще стан. Ой, боже, хожу просто АФК. Но я понимаю, что мы вдвоем там особо ничего не сделаем. Трала мы могли забрать без Б. Безупречно могли сделать просто. Безусловно, хорошо. Но вдвоем там пак подойдет, не хочу размениваться. Не будет он портоваться. О, портанулся. Жесть, он психанут. Хорош, соло заберет, да? Сейчас Warcry придется брать. Нужно Warcry тут иметь. Найкс там только прифармит, это плохо. Го подстакивать, молотом кидаться будем. Стаки в лесу будут, ну я делать буду. А там не знаю, ребята, буду делать или нет. Я буду делать или нет. Там, если что, молотом откидаемся. Погнали в центре, закинемся. Откинем, фарманем. Руна регена надо по-любому забирать. Молот в деда откинем, это заберем с руки. Хорошо.
Отлично. Че там у Найкс? Армлет, да, просто? Ребята там не сильно играют, посмотрите, типа 6-10. У нас 10 фрагов, у меня одна смерть только, я один раз видел. Типа в этом смысл, что ребята там хоть и что-то как-то, да, типа сильный, но не сильный. Пак меня в миду, например, не убил. Это уже говорит о том, что как бы, ну там, не овер такие задроты, чтобы прямо что-то бояться там и тому подобное. Аккуратно подфармливаем, двигаемся и все. Фениксу не помог. А чем я там помогу Фениксу? Чем я Фениксу помогу? Стан кину, он закайтит на паке. Гениально. Гениально. Чем там помочь? Постоять, посмотреть? Ну давай, next time пойду посмотрю, что там Феникс делает. Походить по АФКшить? Это не моя задача. Походить АФКшить. Пазики есть, да? Кстати, тайминги плоховаты будут. Карту закрою, я не буду закрывать. Зачем? Так, три кемпа есть, да? Три кемпа есть. Я понял. Я его не видел через карту. Я не видел его. Ну, печально, вот это уже печально. Это уже печально. То, что я 0-2 с мида, это очень плохо. Здорово. Здорово. То, что он пошел, да, это уже плохо, ребята. Это плохо. Ладно, попробуем тогда подвигаться сейчас. Какие левела там по четвертому, да? ТП делать, попробуем. А, ну вот вард, точняк. Вот в чем дело. Вот в чем дело там вард. Вивер бегает, да? Меня сейчас тут раскайтят просто, да? С хостой. Гоу-гоу-гоу. Попробуем. Хорош. Это мой клиент. 100%. Пойдет. Отлично. Так, вардик там сняли, да? Хорошо. Даггер у пака, это круто. Но не для нас. Но то, что он в лесу меня забрал, этот вард очень сильно решил. Вот оно. Вот оно, да, вот это уже как бы посерьезнее. Все, го на базу. Го на базу. У, стрик забрал. А я мог там фраг забрать, пол армлета было бы, хотя бы защиту укрепить. Так, сейчас я не знаю, я без фарма максимально босса. Так что пока не знаю, что будем делать. Ну, посмотрим. Там сейчас 6-е левелы начнутся у ребят. Там будет уже, да, довольно-таки тяжеловато. Уже тяжеловато будет. На миду много крипов, да, надо вместе там. Там не варик соло. Это иллюзия. О, понимаю. Хорош. Там пак настоящий. Понимаю. Но кто знал, что там иллюзия руна? Это ГГ. Это очень плохо. Пока крипов забирает уже. Я в миду, видишь, как постоял два роума.
Ну и в лесу то, что меня приняли, это вообще ГГ. Найкс фрифармит. У меня такого фарма нету. Феникса не хватило у нас там. Где Феникс был? Я буду фармить. Дагер, это плохо. Так, ну почти есть, да? К 90-й минуте армлет сделаем, в принципе, я думаю. Да ты что, Вадик? Да? О, я не знал, что у меня арки какие-то другие должны быть. Ну, то дело такое, кстати, да. Согласен с тобой. Тут не могу отрицать. Пока колотим. На базу. Ой, под хил пошел. Но там Найкс работает. Сейчас попробуем какую-то атаку сделать. Ля. Попробуем. У них варта стоит. Хорош. Всем да. Вардик стоит где-то тут, походу. Либо вот здесь вот, возможно. Возможно. Хорош. Пойдет. Было максимально зрителей. Ну, 1200 собиралось на стримах. 1200. Так, армлет есть, можно будет чуть поработать, да? Хорошо. Сейчас еще ГДСик второй левел. У Найкс, походу, в Радиенс будет выходить. Я так думаю. Найкс в Радиенс будет выходить. Что там стоит, Вич-доктор? Да, Кайлин неприятный герой. Согласен с тобой. Ух ты. О, понимаю. Причем он пошел сюда, ну ладно. Опять, возможно, вард стоит, нет? О, я не думал там умирать. Чего там собрал у тебя? Что там? Что там? У тебя так спида нету. Бесполезная фигня. Спасибо, брат, за подсказку. Спасибо тебе. Хорошо. Да, без вардов но прыгает. Но я сразу сказал. Ну что там чела, во-первых, в чёс не пускала, бедолагу. Да, жалко. Нормально. Тяжелое начало ни о чем не скажет. Единственное, сейчас пит соберет кнопки дополнительно, это будет уже потяжелее. Я не знаю, я бы такой бы пошел, просто фармил и все сейчас. С даггером двигается. Мне даггер нужен. А варда нету, да, видел, как прыгает. Не знаю, вот куда мне сейчас идти. Я бы в изи кэмп не пошел. Не знаю, вот я не могу сейчас идти сюда, потому что тут отзонено. Отзонено. Ну хз, хз. Да понятное дело, что вон там они стоят. Стоят они. Там Найкс будет в паке, скорее всего. Да, вон Трал уже бежит.
Knights of Azathoth. Я пошел. Погнали сюда. Вард вот тут стоит тоже, скорее всего. Целенаправленно ко мне пошел. Понятно. А там, возможно, на шестом слоте чел с МХ играет. Но фок-клики, проверю его. Посмотрим, что скажет. Не знаю, нам нельзя так зажато стоять. Нам нужно напасть просто и задушить. Напасть и задушить. Нам нельзя стоять просто. Я теряю очень много. Я просто очень много теряю, я не могу ничего сделать. На Слардаре дагер бы. А, так Слардар дагер был! Ты чё не прыгаешь? Это ГГ. Это ГГ. Сейчас магнетизм еще. Найкс тут еще. Ох ты мой. Слардар лоу хп. Ну, хотя бы подерутся как-то. У ВД еще есть кнопки. ВД ничего не жмет. Нажми, нажми, бро. Ну, хотя бы ультани. На меня всю драку приняли. Ну, сдох хайски. Вы сами должны начинать. Я захожу, просто умираю. Я пока да я так ничего не выформлю. Они этого не понимают, что ли? Это бред панский. Вы должны начинать. Почему я начинаю постоянно? Я просто в таверну отлетаю и все. Как крип. Просто как крип дохну по КД и все. Ни масочки, ничего нету. Слардар должен начать. У Слардара тоже ни хрена нет. У нас есть три героя, которые могут начинать. Это Вивер, Слардар и Феникс. Из них никто не начинает. Мы стоим просто чего-то. Чего стоим, непонятно. Непонятно, что стоим. Там Найк сразу. Найк сразу там прыгнул. Меня грызут и все. Вот что сделай. Ну, не знаю, ребята размениваются, но ценой такой, что я просто дохну, пока керри у них нету в команде. Не будет. Керри не будет в команде. Не знаю, такое... Такое себе веселье, конечно, такие размены. Горечь. Их там никого нету, пак на топе, смысл стоять. Все, отзонили немного. Надо было резче. Я стянул пака на топ. Вы АФКшите. Мы не должны так играть. Мы должны очень активно играть. Почему сейчас АФКшите просто? Вот сейчас офигенно перетянул все. А там 4-3 героя будет. Ну, Слардар опять-таки, ну, нужно, да, на Феникса как-то байтить. Они сюда идут. Вон пак идет, и трал идет. Там Каолин еще. Каски закинет. Хорош, я сбил ему кнопку. Отлично. В спине пак, да? Ух, там Найкс ДД. Это GG. Это GG. Дримкойлом подцепил. Молодец. Молодец, хорошо двигается.
Просто играйте и все. Тут можно выиграть. Даже с таким фармом, как у меня, у нас не сильно большое отставание. Флардар только не одевается. Но ребята, в принципе, по чуть одеваются. Это первая игра. Так и не понял, модератор, как объясните розыгрыш? Пятницу, дорогой. Ты что? Пятницу я уже результаты выкачу, дядя. Пятницу уже результаты будут розыгрыша. Так что ты, дядя, что-то это, припозднился. Ты что? Розыгрыш, пропускаешь. В сообществе Ютуба есть вся информация. Почему не заходишь в сообщество Ютуба? Там же все рассказано. Все рассказано, бро. Ну, вивер у нас фармит. У нас, получается, вивер такой скоро будет. Там Найкс внутри, там, походу. Или пак Радик сделал. А, он Раден сделал, я понял. Ой-ой-ой, что он делает? Это же хорошо. И мне еще пророчек. Я сейчас еще Энчентов заколочу. Отлично. Это просто прекрасно. То, что сейчас сделал пак, это очень хорошо. Я не пойду дальше. Слишком опасно. Хорошая руна. Блин, надо было идти, получается. Го на низ. Блин, там Найкс тоже, опять-таки. Ладно, я форману. Хорош, слоты я взял свои основные. Надо, наверное, продать ботл уже. Берем ТП-шку. Next, конечно, дать. Да по стандарту просто выфармливайте все. Больше ничего не надо, не нужно просто грозные какие-то лютые артефакты. Грозные лютые артефакты, не нужно какие-то придумывать. Пак с Радиенсом, это, конечно, страшно. Это страшно. Это, конечно, страшно. Это, конечно, страшновато. Так, 9-й левел, пойдет. 18-й. Next с подписчиками. Нет, мы по Бо-3 играем, но... Бо-3 гейминг. Бо-3. Тэшку отдали, ну. Я вообще подумал изначально, что там Найкс внутри. Киндер сюрпризом. Но это хорошо. Хаос стоит. Это плохо. 4 героя, возможно, тут будет. Вивер пусть аганим тарит. Да, было бы круто. Было бы круто, если бы он аганим сделал. Ну, а ты видишь, тут проблема в том, что я сомнительный керри сейчас, я в дерьме. Хоть и левел я чуть-чуть себе поднял, да? За счет того, что фармлю факап. Но тут проблема в том, что... У меня недобор по слотам. Сильнейший. Мне нужно БКБ уже. Пака, если зацепить, было бы круто. Было бы очень круто, если бы зацепить, да, как-то по красоте. Опа, вот получается, зацепили с Лордаром. Отдаем. Поэтому я не люблю трала вообще, жесть. То есть ошибку могут переворачивать. Спокойно. Стоят в хгшках. Какие криты, БКБ надо. Го драку. Го.
Ох, там Найт смотри, на это ГГ. Боже. А там Найкс оказывается внутри. Вот это, конечно, неждан. Нежданно-негаданно. Мне глиммер нужен. Мне глиммер в такие моменты нужен. С Найксом я не могу драться. Просто берет и убивает. Ну, а скорее всего, тут проиграем, потому что я кусок говна в этой игре. А, такое себе. Да, с Лордару глиммер бы круто было бы для врыва. У него ничего совсем нету. Совсем ничего нету. Но пока нету, я не знаю, вот можно задушить, пока нету этого чувака на паке. Кнопки есть, вроде вивер он один только дерется. Поможи ему, делайте и все. Он уходит, пацаны, просто почему бы не зацепить. Вивер красава гонит их и все. Да дерись, амплификацию главное кинь. GG. ВД простоял на хайграунде. Да не, маловероятно, что тут что-то получится. GG. А пока счет никакой. Блин, я нигде не могу фармить. Я не могу идти сейчас на топ, нет уверенности. Го-карту вообще закроем. Чтобы не было видно варды, хотя бы у нас ни одного варда нету. Ни одного варда нету. Так, на низу, да? У меня пол БКБ есть. Тоже не могу сюда идти. Это Рошан будет, скорее всего. Хорош, нету, да? Пойдет. Видел розыгрыш. Будет, как всегда, с играми. Я не знаю, этот розыгрыш тоже будет. Но основной розыгрыш это сейчас розыгрыш с подпиской на канал и просто оставляешь комментарий. Там розыгрыш на 4000 капсов. Прогуливаешь, что ли? Посмотри в сообществе Ютуба, ребятки, не забывайте в сообществе Ютуба заходить и смотреть. Там сейчас есть вся актуальная информация. Вся актуальная информация. Просто нужно подписаться на канал и оставить под видео комментарий. И все. И все. Надо уходить, опасно. У меня почти БКБ есть. Пойдет. Что там у тебя низ возле Т2? Что там показывает? Ничего не показывает, дорогой. Вот это сейчас перевернется, скорее всего, в луз. Ребята, зря вы это делаете, ну да. Я устал ждать. Смокейчи бы сейчас нажать. Эх, как круто было бы. Смок. Витя. Пожалуйста. Все, найс. Го. Жесть, как плохо позиционку растянули.
Я все БКБ, правда, пробегал, но это ничего, это мелочь. А тут сейчас мне бабошечка будет. Это бабошечка. Бубой! Вивер тоже сдох. Ульта есть, бро, как ты ульт не жал? Ну да, мы тут обосрали. Пена кнопки тоже были. Не знаю, я сразу сапа убрал, это ульты не было. Дальше, конечно. Второй раз сейчас фижу, это будет ГГ. Я тут нельзя второй раз фидить. Да понятно дело, что ты меня прыгать будешь. Хорош. Дальше. Вообще, хорошо было бы Каолина убивать. Очень хорошо было бы. Пойдет нормально, отдефились. Наблюдая с колокольчика, который раз смотрит новости и сообщество 5 раз 6 день. Ну так а шо ж тогда спрашиваешь-то, лол. Его бы зацепить. Найс, я дабл клик на базу сделал. Сорян. Это ГГ. И все. Мы проиграли тут игру. Мы могли намного лучше драться. Мы деремся как конченые. Я сейчас вроде зацепил, что-то попытался. Каолин слишком много грязи делает. ГГ. Да мы могли это. Мы можем это в принципе выиграть. У меня в два человека в составе не те. У меня второй, третий слот не те в составе. Тут с Евгеном и с Джаскипом мы вынесем их. Они тут ничего сверхъестественного не показывают. Мы их вынесем. Но не с этим составом. У нас тут недоигровка лютая. Здорово. Не доигрываем. Байбеки. Тут можно было выиграть эту игру. Я меня обоссали в ноль просто. Слардар тоже ничего сейчас не делает. Не знаю, не пошло тут максимально. Изи гейм. Меня с мида обоссали. Я хотя бы что-то камбэкнул, но деремся мы максимально плохо. Говорил просто коммент с подпиской оставить и все. Ну так и есть, коммент, подписка и все, бро. Там ничего больше не нужно. Там у них по сути, блин, и слотов-то не такие слоты страшные. Нет, с Ахма. Я не буду Ахму звать, ты че? Я вообще думал, тут на лайте будет с подписчиками. Он топ ТБшеров позвал. Ну ладно, думаю, окей. Думал, ладно, окей. То еле-еле они ХГ с третьего раза заходят, ну не знаю. Не знаю, если бы у меня начало было хорошее, а не говнистое, то тут, скорее всего, они бы уже проиграли. Но там начало хорошего бы точно не было все равно. Пак все-таки делает. Там еще варта хорошо поставили. Так что хз. Но с Найксом, конечно, напротив. С Веном драться легко. Еще шансы есть, в принципе, смотря как будем драться. Пак там тоже ошибается. Все ошибаются. Нужно завардиться правильно. 2К есть, да? Цепануть бы, эх. Жесть, какой ты быстрый. Стой. Вот он быстрый. Я тут сдохну. Можно стану кинуть, блиц. Каолин пришел. Ну все, меня сейчас магнетизмом накроют. Надо бежать. А меня просто ДПСом накрывает и ГГ. GG.
Здрасте. Джи-джи. Джи-джи. А босс анхинозес тут получается. Не знаю, такое себе. Могли намного лучше сыграть. Я бегаю за Найксом, Найкса Найси ее не могу. Не хватает нам вот, ну, как-то вот сладара, что-то такое, какое-то вот чего-то такое. Такого чего-то нам не хватает. Октарину пака. ВД тут, мне кажется, не тот герой. Не знаю, мы, в принципе, начало более-менее еще нормально сыграли. Да я жду, мне нужен Евген в этой игре. Там хелс нужен, его нету. И Джаскипа. Да-да, если они позвали там топ-тбшера, то тоже надо что-то такое звать. Там с Джаскипом там шансов не будет. 100%. Не знаю. Шансов там с Джаскипом не будет. Типа станом жесть, как накрылось все, ГГ. Джи-джи. Красавчики они. Изи-катка. Изи-катка. Так, это есть. Окей, go next to you. По бо-3 играем. По бо-3, так, по бо-3. Там пак целенаправленно в лес, чего там? Варда нету, да пофиг, проиграем и все, и гол, молодцы пацаны, хорошо играют. Так, 5-6. Ну, я не знаю, у меня нету. Нету ребят, с кем могли бы мы дать отпор тут. Мы так, ну вот этим составом мы также сольем, мне кажется. Этим составом также сольем, мне кажется. Эти имха на мини-карте, имха. Конечно, с имха. Фелиситуфорнов. Хорош, а как я теперь правильно написал? Что-то он неправильно там писал первые разы. Но хорошая игра получилась. Обоссали меня в миду, надо в миду что-то проще брать. Тут фарма не дают так с этими загангами. Так. Один хайскилл нормально сыграл. Но тут, в принципе, ну можно было выиграть. Тут реально можно было, у меня не до фарм. С Найксом драться не могу. Каолин много грязи делает. Туда понеси, туда вынеси, там подстань. Так. Пронов. Лиситу. Орнов. Я захалдил. А как он написал, я так и писал. Джирегамир. Так я писал. А куда Нагинга тут поставить? На керри вместо кого? Вместо пятого. Так он играет-то. Лол. Да, ну я, в принципе, предполагал, что такое будет. У меня состав не тот, чтобы сейчас драться против рандомов. Два человека, не те. 9-2, 8-4. Так, топ про
Икан. 6, бан 8. 10. Бан 8. Почему не играешь лот? Да лот мне не интересно. Лот не интересно играть. Так. Лот не интересно играть. Так, кого там? Восьмого. Восьмого убираем. Да он играет, Нагин, еще вы спамите. Перст, бро, дюага. Бро. Он играет, чего вы спамите? Он же там сидит и играет.